В Сегежской исправительной колонии номер 7 завершился видеопроект «Еда в ИКА». На протяжении 4 недель 8 поваров-энтузиастов из числа осужденных соревновались в приготовлении блинов, салатов и горячих блюд. В финал вышли четверо. Я вновь рад вас приветствовать на финальном этапе шоу-проекта «Еда в ИКА». И сегодня мы определим того самого единственного победителя. Впервые в истории колонии в рамках проекта для участников был организован мастер-класс от Сергея Шорохова, шеф-повара одного из ресторанов Сегежи. Под его руководством были приготовлены два блюда – финская уха лохикейта и рыба по-норвежски, запеченная под сыром. Шеф делился с конкурсантами полезными советами и поварскими секретами. Финальным конкурсным заданием для четверых заключенных стало приготовление классического блюда – отбивной из свинины с гарниром. Как и положено, оценку давало жюри. Кроме приглашенного шефа, в него вошли сотрудники ИКА и преподаватель поварского отдела из училища при учреждении. Учитывалось все – технология приготовления, степень прожарки мяса, способ подачи и, конечно, вкусовые качества. Наибольшее количество баллов набрал осужденный Богдан. Его блюдо единогласно было признано лучшим. Заключенный признался, что после освобождения планирует продолжить работать в этой сфере и развиваться в профессии.